Пингвины – семейство морских нелетающих птиц, которые живут только в южном полушарии. Именно поэтому охотиться на них северному мишке весьма затруднительно. Считается, что пингвины появились 70 миллионов лет назад, застав, скорее всего, даже динозавров. Но не все пингвины живут в Антарктиде. Например, на Галапагосских островах, которые находятся почти на экваторе, обитает вид под названием галапагосские пингвины. Своеобразным считается способ передвижения пингвинов по рыхлому снегу. Чтобы не проваливаться при ходьбе, пингвины ложатся на животик и, отталкиваясь крыльями и лапами от снега, скользят по нему со скоростью до 25 км в час. Самым большим из современных представителей является императорский пингвин, рост до 120 см. Самые мелкие – малые пингвины, их рост до 45. С вами канал «Планета Земля».